Министерство здравоохранения приступило к разработке проекта по повышению заработной платы работников системы здравоохранения. Инициатива исходит от президента страны Игоря Дадона, который потребовал удвоить доходы медработников. Проект предусматривает повышение заработной платы персонала государственных медико-санитарных учреждений. Рекомендации от заинтересованных сторон относительно разработки проекта можно отправлять в Минздрав до 3 июля. Напомним, 2020 год был объявлен указом президента годом медицинского работника. По инициативе главы государства зарплаты всех сотрудников системы должны быть удвоены. Кроме того, больницы страны оснастят современным оборудованием, а в каждом селе откроют медицинский центр. Игорь Дадон заявил, что такой реформы в медицинской системе страны не проводили последние 20 лет.